Кирове 13.06. Начинается программа «Особое мнение». Еще раз всем здравствуйте. В студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области, депутат законодательного собрания 4-го и 5-го созывов, руководитель Кировского рекотделения партии «Родфронт» и президент некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер Кировской области». Кажется, ничего не забыла. Валерий Николаевич, здравствуйте. Ну, можно было бы продолжить, да? Но это говорит только об одном, что мы находимся на передовой вот этой вот, где активность должна быть проявлена. Да, во всех, и не более того. Во всех возможных направлениях. Да, 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 да. Я напоминаю слушателям нашим, что вопросы гостю можно задавать на сайте echokirova.ru через форму анонсов. Пожалуйста, задавайте, мы следим. Если они появляются в процессе эфира, мы задаем обязательно. Кроме того, на сайте echokirova.ru сразу же практически после программы можно будет найти аудиозапись и видеозапись сегодняшнего эфира. А спустя непродолжительное время, я надеюсь, появится и расшифровка. Это для тех слушателей, кто больше любит читать, а не смотреть и слушать. Вперед, echokirova.ru. Ну, переходим к нашим вопросам. Валерий Николаевич, давайте так, вот из всех ваших ипостасей выберу сейчас президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Поговорим с вами про возможные преобразования в Кирове, в частности, преобразование центрального рынка, такого важного объекта и бизнес-объекта, и городского объекта, объекта среды какой-то, да, нашей городской. Почему? На прошлой неделе в Кирове побывал Юрий Перилыгин, градоустроитель, так называется, его наши коллеги, представитель, директор предприятия «Ленгепрогор». Ну и в частности, значит, вот он осмотрел овраги Засора и центральный рынок. Центральный рынок объектом ему показался интересным, но вот он сказал, что запущенный объект. Надо его реконструировать. Причем мнение о том, как реконструировать, высказал однозначное. Жилого квартала там появиться не должно. Вы молодец, вы соль на рану, которая, в общем-то, у нас язвит, эта рана, уже в течение последних 10 лет, это точно. Угу. Когда мы поднимали вопрос, и вы помните, тогда подольская братва пыталась захват сделать рейдерский центрального рынка, был специально послан сюда заместитель главы администрации из Подмосковья и был, работал, но тогда поднялось сообщество предпринимателей центрального рынка и сказали: нет, ребята, мы хотим работать. Мы тогда, если помните, я помню эту историю в том аспекте, что предлагалось перенести центральный рынок куда-то на окраину, чуть ли не в Ганино, и выделить места. И тогда пошла такая предзабастовочная борьба, предприниматели начали пикеты проводить. Если вы помните, тогда пикеты проходили каждый день в течение января, февраля месяца. Но суть-то, в общем-то, вопроса, она такова, что борьба борьбой, а надо предлагать конструктивные вещи, а как развивать. И если вы помните, тогда была разработана программа, и я тогда был еще депутатом ЗАГС-собрания, именно 5-го созыва, когда мы понимали, что одно сопротивляться, а другое надо предложить что-то конструктивное, развивающее тему центрального рынка. Критикуешь, предлагай. Предлагай и отвечай. Организуй и отвечай. Поэтому мы не против этой темы были, и была предложена концепция развития производства и реализации товаров местных производителей. То есть мы предложили тогда схему и модель развития малого предпринимательства по всей области для того, чтобы товары местные, они реализовывались на центральном рынке, и фишкой города Кирова явился центральный рынок. То есть его преобразовать именно вот в такую схему, где могли бы любой приезжий... Подождите, Валерий Николаевич, все-таки какие-то определенные места будут выделены под местные, под местную продукцию, или полностью весь объект? Нет, вот смотрите, под местный весь объект должен быть выделен. Весь объект. И для нас это было принципиально. Это и вопрос безопасности города Кирова и по продовольствию, и по вещевому обеспечению. И в то же время возможность выхода за пределы области. То есть позиционирование и продвижение местных товаров. Поэтому система была предложена. Подождите, вот я сейчас все-таки уточню. Давайте мы поймем, что мы имеем в виду под товарами местных производителей.
слушателей, потому что обычно воспринимается так: это сувенирка и продукты. Нет, нет. Сейчас говорите про, я так понимаю, что и про текстильные какие-то вещи. Да. Мы знаем, что многие, в том числе одежда и прочее, сейчас шьются в Кирове, да, есть. Ну, больше того, все брендовые прочие товары на центральном рынке. Там уже нет брендовых товаров. Да, Валерий Николаевич за это штрафуют. Нет, мы это знаем. И если вы внимательны, у людей сегодня уже отлажена система предупреждения. Если брендовые товары есть, немедленно закрывается и проверка идет. Если проверка идет, немедленно закрывается, либо изымается эта продукция. И штрафуется. Нет, она изымается самим предпринимателем, прячется, и проверка ее не определяет. Какие вы поэтому тайны какие открываете? Не, ну а что делать-то предприниматели? Это я к чему бирки говорю? Бирки спарывать? Нет, я к чему говорю, что волей-неволей нелегально производится и существует цеха у нас в районе, который производит продукцию. Вот ее надо легализовать и брендировать как кировские товары, чтобы мы гордились этими товарами. Но это несколько другая тема. Угу. В чем там дальше произошла ситуация? Начали давить тогда еще Белых был и Вершинин, они просто бомбить начали эту тему. Но мы понимали, что 10% под малым бизнесом, это ларьки, киоски и центральный рынок, 10% всего товарооборота обеспечивают. И когда мы посчитали 10%, что это такое, это около 4 миллиардов рублей годовой оборот, и мы понимали, что ликвидация центрального рынка для крупного бизнеса просто бесплатно дает, под видом наведения порядка, бесплатно дает вот такую вот прибыль, ничего не вкладывая, потому что люди пойдут покупать в соответствующие сети продукты питания и товары. Поэтому мы это понимали, мы сопротивлялись, и тогда была активизирована работа профсоюзной организации, и мы все же отстояли право центрального рынка, но понимали, что эко-ярмарка делается как некая альтернатива для того, что когда возникнет опять вновь вопрос, и общество будет подготовлено, что это помойка центральный рынок, а вот есть аналогия, цивилизованный, и люди просто скажут, а да, давайте отсюда уберем, а здесь будет некий квартал с центром торгово-развлекательным крупным, элитная такая схема, которую мы наблюдаем, в общем-то, в крупных городах, почему бы не реализовать? Ну, не срослось, мне кажется, не срослось, и прежде всего из-за места расположения, все-таки центральный рынок, это действительно центральный рынок, да. Это локация в центре города, куда удобно добираться. Поэтому района, мы, предполагая, что дальше будет эта работа, провели весной собрание профсоюзной организации на улице, не в помещении, а прямо на улице собрание, там на центральном рынке, и было принято решение актуализировать вопрос формирования рабочей группы по развитию центрального рынка, где предприниматели готовы войти в рабочую группу. Так. Мы писали соответствующие письма. Писали, но первое письмо, на первый ответ получили следующее, что учитывая, что это акционерное общество, то в данном отношении это частный бизнес, и он сам должен решать вопрос. Ну, такая отписка, ну, жесткая отписка была. На что мы не согласились, мы написали новое письмо на имя главы администрации и сказали, стоп, ребята, мы все же предлагаем, на наш взгляд, цивилизованную схему, а администрация и то же самое акционерное общество пусть выделит своих людей, мы своих людей, создадим рабочую группу и дальше цивилизованно пойдем с точки зрения, кто там нам нужен по подготовке проекта, какую идею мы туда заложим для того, чтобы вплоть до того, что у каждого будет униформа, мой Киров, я люблю свой Киров и так далее, и тому подобное, и привести это, как я видел, скажем, в Волгограде, да, около прям ЖД вокзала, такой рынок крытый сделан, я вообще поразился. Там же и кусты растут в этом под крышей. Ну, вообще изумительно. Деревья не вырублены, через крыши выходят. И вот там они все в униформе и просто, ну, в общем, цивилизованно зайти, чистенько, все аккуратненько, и самое главное, товары можно купить. Сейчас мы получили второй ответ. В ответе они пишут, что учитывая, что это все же частный бизнес, хотя 100% капитал находится у города, предложите нам программу развития, как будто мы должны вот за свои деньги теперь нанять людей, профессионалов, которые должны вот это все предложить в виде программы. Ну, на наш взгляд, это некорректно и, более того, бессовестно, цинично. То есть все же, на наш взгляд, правильно это все же будет создавать некую вот такую
не согласительную комиссию, а рабочую группу конструктивного характера. Потому что согласительная комиссия – это все же борьба какая-то. А вот Валерий Турулов, да, в нашей студии я прошу прощения у гостя. Мы сейчас вынуждены прерваться на полминуты и вернемся. Валерий Турулов в нашей студии, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области, депутат законодательного собрания 4-5 созыва. Ну, там много еще регалий, пока все не буду перечислять, время дорого. Возвращаемся к центральному рынку. Хорошо, рабочая группа из представителей администрации и представителей сообщества предпринимателей, которые работают на центральном рынке. 1100 человек. 1100 человек сейчас, да, по последним подсчетам. Валерий Турул, хотела спросить все-таки, вот, ну, на ваш взгляд, хорошо, рабочая группа, пока ее нет, как должен выглядеть этот объект? То есть, я так понимаю, что в городе все-таки принято решение сохранить его как вот торговый объект с существующим функционалом, просто в некотором смысле преобразовать. Добавить, может быть, каких-то развлечений, добавить каких-то площадок для отдыха и еще что-то. Ну, вот разные высказываются мнения. Там, да, Илья Шульгин приводит в качестве ориентира гостиный двор города Уфы, говорит, что это красиво архитектурно, площади квартала похожи на квартал, где находится центральный рынок, да, но вот там как-то такая площадка создана огромная, да, для разных активностей: рестораны, кафе, автостоянки и торговые площади. Ну, я вас услышал, если вы помните, тогда еще когда Лузянин был, он тоже предлагал снос вот этого всего частного сектора, там сделать вот эти все сопутствующие инфраструктурные элементы. Частный сектор, то мы имеем в виду вот эти вагончики металлические? Нет, там дома тогда стояли. А, я поняла. Да, помните, их начали потом сносить. И предлагалось все эти кварталы близлежащие освободить от частного сектора, использовать эту площадки, тогда мы еще были с Лузяниным в 4-м созыве городской думы. И вот это все планировалось как некая стратегическая программа. И Лузянин тогда получал соответствующие кредиты под это, и мы планировали, что будет выстраиваться фишка «красота», так скажем, да, где мог бы центральный рынок превратиться из помойки, извините за такое выражение, в гордость города Кирова. Да, ну подождите, вот эта задумка Сергея была. Сергея Евгеньевича нет уже, к сожалению. Да. Это тогда была задумка. Мы сегодня ее предлагаем продолжить, эту идею, несмотря на то, что там другие бизнесы там в инфраструктуру. Тоже выкупили. Да. Мы это все отлично понимаем, но существует вот площадка центрального рынка. Существует вот возможность. На мой взгляд, никаких развлекательных объектов там не должно быть на самой территории рынка, они должны находиться вокруг доступности. Кафе вокруг, по периметру. А на территории, торговые должны быть зоны, торговые зоны. И они должны быть оборудованы под крышу. Но под крышу, понимаете, вот есть такое понятие капитальное, это как некие временные объекты целыми зонами оборудованные, и мы, в общем-то, предложения такие формулировали уже эскизно, где чего могло бы находиться и как могло бы находиться, с развитием вот этого павильона основного здания, где там торговля идет продуктами. Павильон сохраняем. Конечно. Его более сохраняем. Того, это логистически важнейший центр, потому что там должны быть переоборудованы холодильные установки и камеры хранения продуктов питания и так далее. Там, ну, чтобы обеспечить санитарно-эпидемические характеристики и качество продукта. А вот эти зоны уже торговые на самой площадке, они должны быть унифицированы, и причем каждая зона должна несколько отличаться от себя, и тогда это будет красиво. А дальше вот эти вот дорожки между павильонами, они должны приобрести форму не просто там выложенные плиткой, а это должен быть некий такой искусственный зеленый газон, знаете, вот как дорожки такие. А что с ним зимой будет? А ничего не будет, он как был, так и будет. Крытые будут дорожки. То есть все же у нас там будет под искусственной крышей. И в крайнем случае мы эскизы даже заключали предварительное соглашение с Вятским государственным университетом, с дизайнерами, которые должны были это все разработать. Студенты, они же тоже хотят гордиться своим городом и сделать что-то такое значимое. Да? Вот. Но, к сожалению, вот эта идея, она на сегодняшний день, ну, я благодарен вам, что Илья Шульгин, в общем-то, тоже провозглашает эту идею. В принципе. Вот я думаю, что здесь точки соприкосновения могут быть однозначны. Следовательно, вы сейчас, по идее, подсказали логику дальнейших шагов, которые мы должны осуществить. Не писать программу развития, а оформить концепцию идеи.
Ну, дизайн-проект некий. Да нет, я бы даже не так сказал. Концепцию идеи. Цель, задачи, как это должно выглядеть, эскиз какой-то и так далее, и тому подобное. Мы, это вы имеете в виду профсоюз. Да, профсоюз работников, работников центрального рынка. Вот, еще один большой вопрос. Смотрите, любые преобразования, они так или иначе влекут за собой финансовые затраты. И часть этих затрат, ну, как мне кажется, может быть переложена на предпринимателей. Вот как вам кажется, это справедливо будет или нет? Ну, вы мне в предварительной подготовке, в общем-то, писали о том, что несправедливость связана с тем, что предприниматели в свое время уже вкладывались в это дело и получили очередной обман. Ну, точно так же, как в свое время киоскеры и ларивочники, которые тоже вкладывались, им давали определенные гарантии. Поэтому вопрос, в принципе, здесь... Когда мы говорим о системе финансирования и соучастии предпринимателей в этой системе финансирования, он заключается в уровне доверия, доверия к власти, которая, ну, провозглашает идеи и должна дать определенные гарантии на долгосрочный период, когда предприниматель может посчитать и увидит, что он, да, возьмет кредит, вложится, но в данном отношении на долгосрочной перспективе правила игры меняться не будут. Вот это он должен быть убежден. В свое время Журавлев, Владимир Журавлев, предлагал такую модель создать. Депутату Гордумы. Да, да, депутату Гордумы, да, он предлагал создание некого, ну, пула, кооперационного такого пула, где могли бы мы эту проблему решить, где и город, как собственник центрального рынка, и предприниматели могли бы объединиться в некий кооператив. Вот такой холдинг, который бы и взял на себя всю эту систему софинансирования и финансирования. На мой взгляд, это бы было решение вопроса. Если это все будет делаться за бюджетные деньги, как вам кажется, это правильно или неправильно? Нет, я думаю, что ну, по опыту мировому 9 к 1 идет. 9 бюджет. 9 частей бюджета, одна часть предпринимателя. Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области, в нашей студии. Мы продолжим сейчас про объекты малого бизнеса говорить, про объекты нестационарной торговли, нестационарные торговые объекты, НТО, так они называются. Я, Валерий Николаевич, хотела вас вот о чем спросить. История эта с нестационарными торговыми объектами поднималась в нашем эфире месяца 3 назад, когда городская дума обсуждала возможность запретить размещение объектов НТО на придомовых территориях. В итоге решение на городе не прошло и даже, по-моему, не выносилось, потому что нашли некую лазейку в уже существующих документах, да, правилах благоустройства города Кирова. И тогда представители управления благоустройства в нашем эфире говорили о том, что, по-моему, в течение года все объекты НТО с придомовых территорий будут убраны. Это не муниципальная земля, это земля, собственниками которой являются жители того или иного дома. И вот с той поры, собственно говоря, пока тише гладь, ничего не происходит, но вот мне-то кажется, что происходит на самом деле. Да? Просто мы об этом не знаем. Что происходит? Ну, я тоже подробности не знаю, только могу чувствовать некие сигналы, определенные сигналы. Начались какие-то проблемы? Вот смотрите, я думаю, что, вот знаете, есть, я военный человек, есть такое понятие, то, что любая победа стратегически может являться таковой, если вы профилактируете сохранение этой победы. Так. Если вы эту победу не профилактируете, то противная сторона, она делает перегруппировку сил и дальше наносит сокрушительный удар в самое слабое место. Это очень образно, Валерий Николаевич. Давай. Следовательно, я считаю, идет аналогичная ситуация. Я сидел в этой студии в день проведения городской думы по принятию этого решения. Тогда Володя Спитанин вел эту передачу. Вот. И мы тогда узнали в ходе передачи, что сняли этот вопрос. То есть немедленно позвонили и сняли. И тогда мы, в общем-то, говорили о том, что вопрос заключается теперь в следующем. Насколько грамотно и юридически правильно оформлена система взаимоотношений собственников домов, коллективных собственников вот этих, и вот этого и предпринимателя. С учетом опыта, который, в общем-то, организовывался, все это носило, ну, чисто такой
элемент профанации. Вроде бы есть какое-то соглашение, Валерий Николаевич, но процедура. Заключались все эти договоры где-то 5 лет назад, где-то 10 да, лет назад. Да, то есть в то время вообще никто, может быть, ни о каких бумагах не думал. Да. Вот я думаю, что сейчас идет ревизия, причем не вмешиваясь пока в малый бизнес, идет ревизия вот этих всех документов, где дальше будет традиционная модель предложена городской администрации на законных основаниях в том отношении, что с вами должна управляющая компания, управляющая инициатива выставит компания, расторгнуть договор, несмотря на то, что есть там с домовым комитетом какие-то бумаги, подписанные согласования, ввиду таких-то нарушений, вы обязаны снести и убрать свой объект. Какие Все. Сроки это будет происходить? Ну, мы уже это проходили, эти сроки даются, как по закону, там за 2 месяца должны будут уведомить, и дальше должны быть выполнены все процедуры уборки нестационарного объекта. Собственники, если вы помните, собственники что будут делать? Они же получают все-таки небольшое, но денежное возмещение от каждого такого объекта. А собственник чего он сможет сделать? Он ничего не сможет сделать. У него должна быть тогда инициативная группа, которая должна войти в защиту этой процедуры. Но я думаю, учитывая, что они работают, собственники, на общественных началах, а юридическая поддержка требует дополнительных затрат. Ничего не будут. Конечно, ничего не будут. А зачем им геморрой-то себе получать? Тем более то, что они хотели от этого нестационарного объекта, получили. Там кто-то опалубку сделал, или это, как она там называется, вокруг дома, кто-то детскую площадку облагородил. Так. То есть разовые вливания... Определенные социальные функции выполнены. Выполнены, да. Ну, как было у нас с остановками. Остановки содержали, прошел период, и сказали нестационарным объектам, убирайтесь, потому что иначе вы, в общем-то, нарушители. Та же самая система. Мы это все проходили. Я думаю, что на благополучие рассчитывать не надо, и город очень умно, в кавычках, умно поступает, мудро, ну, у них есть силы, средства для решения этой проблемы. К сожалению, разрозненность объектов, она не позволяет решить общую систему. Как мы тогда, помните, в 2012 году выходили на массовые суды, там 235 судов проходили в течение года, и отстоять нам удалось при системе даже коллективной организации и защиты, нам удалось отстоять не более 30% объектов. Это мы имеем в виду НТО, которые были расположены на муниципальной земле. Да, да, да. Валерий Турула, депутат Законодательного собрания области 4 и 5 созывов, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области в нашей студии. Продолжим через 2 минуты. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Валерий Турула в нашей студии. Да, мы тут заговорились в перерыве, пытаясь координироваться по количеству тем, то, что мы успеем еще обсудить с Валерием Николаевичем. Но, безусловно, тема возвращения авиакомпании «Победа» в город Киров, да, в наш регион, эта тема очень важная, наверное, будет обсуждаться еще в течение, не знаю, там, до октября точно, пока «Победа» не придет. Да, напоминаю слушателям, с конца октября «Победа» будет летать в Москву и Петербург, и, насколько я понимаю, там еще на лето запланированы рейсы в Сочи, а в перспективе, как нам говорят, еще другие регионы. Я вчера зашла, посмотрела, ну, вот минимальная стоимость пока билета до Москвы — 1999 рублей. Это, конечно, не 0 рублей, там не 100 рублей, как было по спецтарифам, и не 500 рублей, но все равно это на уровне самого недорогого плацкарта. Вот, и это для региона, конечно, победа для региона – это победа. Да, я думаю, что победа для региона – это победа. Правда, мы упустили достаточно большое количество времени для того, чтобы мы с победой дальше продолжили работу и развитие, и строили бы сейчас не те планы, которые вы сейчас назвали, а уже реалистические планы развития системы. Вы тоже считаете, что 2 года, пока победы не было в нашем регионе, потеряны. Они упущены? Абсолютно потеряны. И в пассажиропотоке, я думаю, что мы потеряли как минимум в 2 раза. Как минимум. По вашей оценке, сколько сейчас бы было пассажиропотока? Ну, я уже выступал как-то здесь и говорил, что я настаивал в свое время, чтобы была подготовлена программа, экономическая программа развития Победилова, где победа занимала свое место. И мы к 2017 году должны были обеспечить по плану около 400 тысяч пассажиропоток.
И, какая-то прям совершенно 368 тысяч было запланировано. Это почти все население города Кирова. Да, годовой поток должен был бы обеспечен около 400 тысяч, и должны были выйти уже на самоокупаемость. То есть мы должны были прекратить субсидирование. Именно благодаря победе. Потому что победа, она пусть, может быть, казалась кому-то неудобной. И отличная, я вам скажу, я вам скажу так, что они тогда уже, когда в последние моменты, я тоже летал все время и в Санкт-Петербург, и в Москву, победа была очень удобно. Ночью или полетел утром в этом в Санкт-Петербурге, угу. Весь день работая, пожалуйста. Другое дело, что там было два рейса всего в неделю. Но ситуация... И, кстати, в Москву уже был вот этот последний рейс в последнее время, они тоже 1900 стоили. То есть они не дешевые уже были. Но все битком были. Но это в любом случае, Валерий, да, Николаевич, было сопоставимо, да, с плацкартом. И это, да, было, да, удобнее. Да, да. Ну как, и время. Ну, самое главное — время. Мы могли четко спрогнозировать и спроектировать свое поведение. И оно очень легко решалось там, вплоть до городского транспорта, до любого этого аэропорта. Два года упущения. Что надо сделать сейчас? Мы бы сегодня, по моим подсчетам, имели около 500 тысяч товаров. Это пассажиропоток. Около 500, если бы победа не ушла. А плюс там еще под Кузьмили это саратовские авиалинии. И в результате у нас обрушился и произошел обвал. Когда мы говорим о инвестиционной привлекательности, первый вопрос, который, в общем-то, интересует потенциального инвестора... Не Кировского инвестора, а кировских инвесторов можно по пальцам пересчитать, и кто ими может выступить. Поэтому в данном отношении мы ведем речь как раз о Некировске. Главным и определяющим элементом является качество работы аэропорта и доступность вот этой вот системе локальности, да, локальности в Кировской области. На первом месте стоит аэропорт, его качество работы и так далее и тому подобное. Валерий, сегодня мы такого обеспечить не можем. Да, что надо сделать сейчас? Вот у нас два года упущено, надо наверстывать. Ну, я думаю, что мы вынуждены будем опять входить в систему субсидирования победила, потому что победа, одним из условий ее входит, это скидки на обслуживание рейсов и услугах, и поэтому они идут в этом отношении. А в бюджете денег нет, и поэтому здесь нужны волевые решения, вот, пожалуй, губернатора и в целом правительства, для того, чтобы представить некую программу. Программу, я утверждаю, что придется, это не 10 миллионов будет стоить в год, не 10 миллионов. Все-таки аэропорт будет поддерживать областной бюджет, бюджетными конечно, деньгами это будет? Конечно, бюджет. Или все-таки будут искать инвесторов? Мы в свое время, Никита Юрьевич тоже пытался найти инвестора и, по сути дела, продать аэропорт. Угу. На что, ну, там была у нас группа достаточно активных людей, мы сопротивлялись, и все же удалось убедить, что это ошибочный путь. Порт должен быть нашим, он должен отвечать нашим интересам, он должен находиться в стратегии развития нашего региона, а не какого-то инопланетного собственника, который будет считать только деньги. Мы опять войдем в такой пике, что мама не горюй. Подождите, Валерий Николаевич. Следовательно, инвестировать этот процесс должны мы будем. А где деньги-то брать? Но опыт у нас уже есть определенный. Опыт у нас уже определенный есть в этом отношении. И я думаю, сегодняшнее правительство вернется к этому опыту. Когда субсидирование и финансирование многих вопросов, связанных с победилом, были завязаны на федеральный бюджет. А вот федералы-то как раз, по-моему, сказали, не можете содержать, продайте. Это было около года назад или несколько месяцев назад на каком-то крупном федеральном мероприятии. Это было в свое время сказано и Белых, но при этом мы все же решили эту ситуацию. Поэтому здесь должно быть волевое решение, опять возвращаясь, не только губернатора Васильева, но и ДУМ, законодательного собрания. Здесь должно быть волевое решение, где мы должны четко показать вот эти все вопросы, связанные, ну, с субсидированием и софинансированием с федерального бюджета. В конечном счете мы внутренние рейсы субсидируем с помощью Приволжского федерального округа. И продолжаем эту программу. Лично принял. Конечно, конечно. А почему мы не должны считать, что Санкт-Петербург и Москва должны относиться к этой же программе? Потому что для нас это жизненно важно и необходимо.
Ну, слушайте, это все регионы пойдут просить тогда. Правильно, и нормально, ничего здесь страшного нету. Почему Аэрофлот-система решает эти вопросы, а Победа не может решать эти Валерий вопросы? Валерий Николаевич, слушайте, ну, все деньги пойдут, получается, ну, не все деньги, какая-то часть из федерального бюджета. В федеральном бюджете денег нет даже на поддержку пенсионеров. Аня, да? Мы сейчас подойдем к пенсионерам, если у нас останется. Но я хотел одну реплику только сказать. Давай. Которая, в общем-то, интересна. Когда мы говорим о развитии аэросети и системы, это уже вопрос, в общем-то, развития не только нашего региона, но развития всей страны. Это экономика, макроэкономика страны. И вот это не доучитывать нельзя. И когда президент в 204-м указе своем ставит вопрос о развитии национальной экономики, то, извините, без решения этого вопроса мы не выстроим национальной экономики. Задача теперь второго плана, вторая задача, которая должна нами позиционироваться, это важность нашего субъекта в единой системе развития национальной экономики, народного хозяйства. Если мы это обеспечим, а я рассчитываю на то, что там Наталья Михайловна, сейчас новый министр Кряжева. Да, угу. Кряжева, она, в общем-то, нацелена именно на это. Мы 2 года потеряли, по сути дела. Я думаю, что это уложится в единый контекст вот этого развития нашей экономики, интегрированной с экономикой страны. Вот это уже будет, это уже будет суперпобеда. Как вы сказали, победа – это победа, а вот как раз от победы может начаться вот этот процесс. Если мы, я вас правильно понимаю, давайте резюмируем. Да. Если мы докажем федеральному центру, что да. Киров – это важный субъект да. Российской Федерации, да. от которого центр может получить какие-то плюшки, не плюшки, но какие-то плюсы, да, то мы можем рассчитывать на федеральное да. финансирование. До 1 октября мы должны представить на Госсовет и на Совет при Президенте свои предложения. Я думаю, сегодня очень удачный момент, когда мы это можем сделать и обосновать. До 1 октября. Валерий Турулов в нашей студии. Мы продолжаем. Валерий Николаевич, в общем, 4 минуты остается у нас. Да. Тем было много, но, как всегда, не успели. Пенсионная реформа, я бы сказала. Пенсионный дефолт, хотела сказать. Но правильно вы хотели давайте сказать. Пока все-таки помягче сформулируем. Но вы, наверное, знаете, что мы пошли несколько другим путем протеста в этом отношении. Мы это Кировское региональное отделение партии Ротфронт. И пошли по пути не разрозненных каких-то мероприятий, а консолидации усилий и проведения митингов не в виде эмоциональных всплесков, а в виде собраний, которые должны принимать решения, народные решения, как альтернатива предложений тому, что сегодня предлагается. И по нашим расчетам получилось, что вот на тех мероприятиях, которые мы сегодня провели, получилось, что существует возможность в контексте предыдущего вопроса развития национальной экономики, которая позволит увеличивать число рабочих мест, сокращать рабочий день в рабочее время, сокращать и уменьшать срок выхода на пенсию, не увеличивать, а уменьшать, а свободное время, которое появляется, использовать на повышение компетенции, квалификации и на социально полезное время. Стоп, подождите, это Валерий целая программа. Это поэтому консолидировать... Да, утопия. Простите, пожалуйста. Дорогая моя обижаю, Аня, да. А другого пути-то нету, потому что то, что на сегодняшний день предлагают, это геноцид, это уничтожение нации. Хорошо, ну, мнение высказывалось, да, да, про геноцид уже неоднократно. Я не знаю, кто высказал, это делать, я вам сказал. Делать-то что будем? В сентябре Государственная Дума подойдет отменять к этому законопроекту. Необходимо издавать указ о замораживании этой темы. Тем более он в Калининграде намекнул на то, что ему не нравится эта вся вещь. Нужны другие подходы. Валерий Николаевич, ну, вот вы знаете, мне эта история с тем, что лет. Путин сказал, что ему не нравится эта история, она мне кажется какой-то вот несколько надуманный. Он ведь там сказал очень аккуратно. Он сказал, мне не нравится ни один сценарий. Правильно. Но что вот делать он дальше? Вот мы и предлагаем, делать? Что сегодня необходимо добиваться недопуска этого закона ко второму чтению, это раз. Замораживать. Это раз. Второе, создавать немедленно группы, которые, кстати, предлагаются и профсоюзами. Сегодня профсоюзы именно Кировской области
области выступили под давлением нашим, мы давим на этого Романа Александровича, как председателя Береснева, да, Береснева, на него поддавливают отраслевые, потому что мы все заводы обрабатываем, все предприятия листочным материалом, где мы говорим, стоп, ребята, а давайте-ка вы разрабатываете как профсоюзы некую систему. Мы готовы участвовать в этом процессе, подтаскивать любые интеллектуальные и организационные силы. То есть превратить вот этот протест во всероссийское движение за развитие национальной экономики. И вот этот вопрос, чтобы правительство занималось не тем, как бы обобрать, да, и как сэкономить бюджет, а как увеличить бюджет. Подождите, поэтому, вот дорогая моя, вот мы и предлагаем. Отдаленного будущего. Почему? Мы на 25 число мы уже предлагаем проведение подобного мероприятия. 20 августа. Да, проведение этого мероприятия консолидированного, где бы все участвовали, понимающие сущность происходящего события, в том числе профсоюзные организации, ЛДПР, КПРФ, мы справедливый рост с нами подписали соглашение, протокол. Представители оппозиционных партий, да. Вы, профсоюзы, 25 августа, что это будет и где? Митинг будет у Степана Халтурина памятника в 11 часов, да, где не требуется ни уведомления, ни разрешения. Ничего, мы будем проводить такой митинг-собрание, где будем советоваться с людьми и предлагать вот эти вот жесткие меры, которые, с одной стороны, должны обязать президента и правительство на какие-то ответственные шаги, и, б, ответственность возьмем и на себя, коллективную, что мы можем проводить съезд вот это общих сил, где обсуждать вот эту вот программу как альтернативу, о которой вы говорите. Потому что президент лукавит. Альтернативы есть, просто они не говорят. Как вы вот перед началом сегодняшнего эфира, вы говорили, что установки даны, и мы не слышим всего, что есть. Есть установки, и, следовательно, в данном отношении мы должны разрушить эту установку, мы должны народный глаз поднять, извините. Ну, активные силы есть. Да, давайте посмотрим все-таки вот по итогам вашего митинга. Мы посмотрим, сколько будет участников. Я, честно говоря, зачем вы хотите? Пессимистично смотрю. Аня, зачем вы ожидаете 100 тысяч, там, миллион? Я, например, противник данной вещи, потому что, участвуя сам в пикетах на проходных у заводов, когда рабочий говорит, о, Леонид Николаевич, вы сами здесь? Я говорю, а почему нет? И я чувствую эту ситуацию, когда они не верят. Сами не верят в то, что что-то можно сделать. Но когда раз пришел, два, три, они говорят, все, опять давайте мы поддержим. Но надо это все выходить организовывать. В общем, я поняла, важна активность, да, а не количество людей. Да. Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, руководитель Кировского рекотделения партии «Ротфронт», депутат ЗАГС Собрания 4-5 созыва. И противник повышения пенсионного возраста. Противник пенсионного дефолта в нашей студии был. Мы прощаемся, программа «Особое мнение» на этом завершается. Гостю спасибо. И вам спасибо, до свидания.